Жители Ненецкого округа активно принимают участие в первом вокальном интернет-конкурсе каверов на ненецком языке «Поющие голоса». Конкурс проводится в социальной сети ВКонтакте и включает в себя три этапа. Первый по приему конкурсных материалов завершился 1 декабря. Пока конкурсное жюри выбирает лучших, идет народное голосование за номинацию «Приз зрительских симпатий». Для того, чтобы отдать свой голос, надо перейти по ссылке на сайт ассоциации «Ямал Потомкам». Голосование за полюбившегося вам участника продлится с 3 по 8 декабря до 23 часов 59 минут по местному времени Ямало-Ненецкого автономного округа. Главная цель конкурса – сохранение, развитие, популяризация родных языков коренных малочисленных народов Севера. Идею проведения песенного конкурса подали активисты Комитета малочисленных народов Севера и Малоненецкого округа. Ее поддержал депутат Законодательного собрания региона и помог воплотить в жизнь. Жители Ненецкого округа подали на конкурс порядка 10 заявок. Среди конкурсантов – профессиональные музыканты и любители. Например, дуэт участников известного в округе ансамбля «Маймбова» Екатерины Ардеевой и Августа Выучейской. Александра Фомина, сотрудник этнокультурного центра, замахнулась на лабутены и сделала кавер популярной песни группы «Ленинград» «Экспонат». Ван Гог, выставка. Таня на негокацей, малпаску и неревы. Молодой коллектив Егартасе из деревни Андик также представил на суд жюри свое творчество — военную песню «Катюша» на ненецком языке. Еще один конкурсант от Ненецкого округа — Кирилл Выучейский, учащийся ненецкой школы имени Пырерки, также участник ансамбля «Маймбова». Фольклорная группа «Ненаисё» из поселка Красное также среди участников «Поющих голосов». В репертуаре музыкальной группы «Новый день» есть песни советской эстрады, переведенные на ненецкий язык. Солистка и автор многих песен Татьяна Сидейская. Группа «Нордбэнд» из Нарьенмара замахнулась на самого Цоя. Кавер получился достойным. Преподаватели детской школы искусств из города Нарьенмара Ирина Пудовкина, Надежда Кашинцева, Любовь Черняева и Раиса Чупрова с удовольствием присоединились к каверу на ненецком языке. Жительницы поселка Нельминос Татьяна Конюкова и Нина Нагатысая также в числе участников конкурса. А самый юный участник каверов — Сережа из поселка Красное. Третий заключительный этап конкурса каверов на ненецком языке состоится 10 декабря. Тогда жюри назовет имена победителей. Лучшие исполнители песен на ненецком языке получат заслуженные призы и дипломы. Напомним, что прямо сейчас вы можете проголосовать за номинацию «Приз зрительских симпатий». Для этого надо зайти в группу ВКонтакте и пройти по ссылке на сайт ассоциации «Ямал Потомкам». Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».